Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Хайя аля ссала, хайя аля ссала. Хайя аля аль-фалах. Хайя аля Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دو جمعے جرمنی کے سفر کی وجہ سے میں نے جرمنی میں پڑھائے, وہاں 6 جون کے خطبے میں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافت کی تعلق последние две пятничные проповеди говорит духовный глава всемирной ахмадийской мусульманской общины пятый халиф обетованного мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да поможет ему Аллах особой помощью, я произнес в Германии во время нахождения там с визитом. 6 июня я произнес хутбу на тему «Повиновение и преданность халифату». И эта тема касалась мусульман Ахмади всего мира. И хотя я привел в качестве примера несколько случаев, которые имеют отношение к общине Германии, я очень рад, что мусульмане Ахмади по всему миру отреагировали на мою проповедь и выразили свое полное повиновение и преданность ахмадийскому халифату. И они особенно отметили, что некоторые должностные лица общины начинает толковать приказы халифа времени, но, иншаллах, в будущем такого не будет. В этом проявилась красота той общины, которая создана Хазратом, обетованным Мессией мира ему. Когда ее внимание обращается на что-то, то она немедленно реагирует на это. Да увеличит Всевышний Аллах всех мусульман Ахмади в повиновении и преданности. Как обычно, после Джалса Салана, ежегодного собрания общины, я рассказываю о событиях, произошедших во время Джалсы. Сейчас я расскажу о некоторых событиях, произошедших во время моего визита в Германию, включая Джалсу. Одна из красот Джалсы заключается в том, что на ней с особым чувством собираются мужчины, женщины и дети. А теперь красота джалсы проявляется в гостях джалсы, которые не являются членами общины и мусульманами, которые приезжают, чтобы наконец увидеть и услышать, о чем говорится на той джалсе, о которой так много говорят мусульмане Ахмади. И чтобы узнать, что делают и что говорят мусульмане Ахмади во время джалсы. Если они говорят хорошие вещи, то узнать, соответствуют ли их дела их словам. Или джалса проходит как простое мирское собрание, на котором люди собираются, развлекаются и веселятся. Но когда они видят удивительно высокую духовную атмосферу джалсы, подобную которой невозможно найти на мирских ярмарках и собраниях, тогда эта джалса для гостей немусульман становится средством для того, чтобы узнать прекрасные учения ислама и избавиться от подозрений и сомнений относительно ислама. А также она позволяет некоторым немусульманам и мусульманам не Ахмади, которые уже кое-что знают об Ахмадияте, больше узнать об Ахмадияте, то есть истинном исламе, находясь в высоко духовной атмосфере джалсы,
когда они видят своими глазами и слышат своими ушами программу джалсы, и они бывают готовы, и некоторые дают обет верности, а некоторые находятся под таким сильным впечатлением, что их сердца полностью склоняются к Ахмадияту. То есть, если джалса салана, с одной стороны, создает благоприятное впечатление об исламе, то, с другой стороны, она является важным средством для проповедования ислама. И джалса салана в Германии тоже стала таким средством. Поэтому, прежде всего, я хочу представить вашему вниманию впечатления и отзывы гостей немусульман и мусульман, и Ахмади, принимавших участие в джалсе, что является свидетельством того, что Всевышний Аллах удивительным образом проявляет свою поддержку и помощь нам. Потому что сердца могут склоняться к чему-то только по милости Всевышнего Аллаха. И не только джалса, но каждое мероприятие, на которое приглашаются гости, становится важным средством для знакомства с общиной. И каждое мероприятие становится средством для того, чтобы рассказать о прекрасном учении ислама и открывать все новые и новые возможности для проповедования ислама. Во время визита в Германию появилась возможность открыть новые мечети и положить первый камень в основание мечети. И благодаря этим мероприятиям появилась возможность рассказать о прекрасном учении ислама. И после этого гости высказали свое мнение, что они впервые увидели такой ислам. И затем, благодаря газетам, эта весть дошла до миллионов людей. Теперь я расскажу о впечатлениях гостей немусульман, принимавших участие в джалсе. По милости Всевышнего Аллаха, в этом году в этой джалсе салана принимали участие делегации из некоторых соседних стран, и они включали в себя достаточно большое количество людей. Кроме новообращенных мусульман Ахмади из Франции и Бельгии, также приехали наши друзья, которым еще проповедуют. Приехали также делегации из Эстонии, Хорвании, Литвы, Словении, Румынии, Венгрии, Черногории, Боснии и стран СНГ, а также делегации из Косово, Албании, Болгарии и Македонии. В составе этих делегаций были мужчины, женщины и дети, и несколько немусульман, которым проповедуют. Количество членов делегации из Македонии в этом году составило 55 человек. Среди них было 28 христиан, 10 мусульман не Ахмади и 17 мусульман Ахмади. Делегация из Болгарии в составе 82 человек приехала, совершив длительное путешествие. Состоялись встречи с этими делегациями. На них произвело большое впечатление высокодуховная атмосфера джалсы, о чем они открыто высказали свое мнение, и они хвалили то чувство, с которым община оказывала им гостеприимство. Как я уже сказал, из Македонии приехала делегация в составе 55 человек, совершив путешествие почти в 2000 километров. У них было транспортное средство, на котором это расстояние было преодолено за 35 часов. В составе этой делегации были два журналиста и фотокорреспонденты, которые записывали программу джалсы салана, и они сказали, что покажут их по своему телевидению. 9 человек из этой делегации в последний день джалсы принесли обет верности. Один из гостей, госслужащий по имени Николь Чогошевский, сказал,
Мой визит был очень успешным с точки зрения знакомства с исламом и размышления об этом. Все программы джалсы произвели на меня очень хорошее впечатление. Затем он сказал обо мне, говорит Хазур, услышав его выступление, мои представления об исламе полностью изменились. Раньше я представлял ислам как радикальную и любящую насилие религию. Теперь мои представления изменились, и мне стало понятно, что ислам является мирной религией. Еще один из гостей, Дуско Вуксанов, сказал, впечатление от встреч с людьми и от коллективных молитв ведут меня к тому, чтобы я приобрел больше знаний об этой религии, ее мероприятиях и традициях. Самое большое впечатление на меня произвело выступление халифа общины. Я хотел бы в следующем году также принять участие в джалсе. Вспоминая его встречу со мной, он говорит, он ответил на все наши вопросы, и о чем бы его ни спрашивали, он разъяснил все подробно, и после этого наши представления об исламе изменились. И все его ответы были подробными и честными, и мы узнали, каким прекрасным учением обладает ислам, который учит любить все народы. Одна женщина из Македонии сказала, «Мое мнение об исламе и исламском учении изменилось. Выступления главы Ахмадийской общины изменили наше представление об исламе». Еще один человек, приехавший из Македонии, уважаемый Моринчо Казарский, сказал, «Я до глубины души рад и удовлетворен, и особенно хочу отметить выступление халифа общины, которым он призывал нас к миру, терпимости и любви. Мы живем в такое время, когда уровень терпимости опустился до нуля, и мы живем в то время, когда идут войны и гибнут люди». Затем один профессор по имени Шашко Корчевский говорит, «Мои знания об исламе увеличились благодаря выступлениям главы Ахмадийской общины, и я очень благодарен ему за это». Затем, вспоминая свою встречу со мной, он говорит, «Вчера состоялась моя встреча с ним, и эта встреча была для меня уникальной и очень интересным опытом. Он уделил нам много времени и подробно ответил на все наши вопросы, и мы услышали от него много новых вещей об Ахмадияте и об исламе. И мы узнали, что мусульмане Ахмади делают то, что они говорят». Одна студентка из Македонии, которая учится на последнем курсе университета по специальности информационной технологии, говорит, «Вся организация Джалса Салана произвела на меня большое впечатление и восхитила меня. Встреча с главой Ахмадийской общины была для меня новым опытом, и эта встреча помогла мне еще лучше понять Ахмадийскую общину». Затем еще один гость из Македонии, который был на встрече со мной, упомянул о своем предложении, которое он сделал на этой встрече. «Надо собрать все религии на основании любви», вспоминает мой ответ, в котором я сказал, «Мы уже прилагаем усилия в этом направлении», и затем я подробно рассказал им о том, как прошло наше мероприятие в зале Гилдхолл в Лондоне. Это произвело на него очень большое впечатление. Из Албании приехала делегация в количестве 21 человека. Среди них было 10 мусульман Ахмади и 11 не Ахмади. Один из них был бывшим офицером, который долгое время прослужил в армии. Он сказал, «Я нигде в мире не видел такой дисциплины. Члены общины обладают очень сильным чувством и желанием совершать благотворительность».
И для меня было новым и радостным опытом видеть, как маленькие дети испытывают радость от того, что они поят гостей водой. Затем один из гостей из Албании, который является вице-президентом муниципалитета, сказал: «Я приезжал на Джалсу и в прошлом году, и по сравнению с прошлым годом, сейчас приехало большее количество немецких гостей». Он также сказал: «На этой Джалсе мы также видели, что другие мусульманские общины имеют только притязания на словах, тогда как ахмадийская община является практически примером ислама. И это отличает ее от других». Впечатления представителей делегации из Венгрии были следующими. Один из них, преподаватель истории, специалист по иудаизму, сказал: «Ахмадийская община находится впереди всех проявлений любви, служения человечеству и в делах благотворительности. В ней видно согласие и единство». Затем он сказал относительно церемонии баята: «Это была картина, привлекающая к себе сердце. Это была удивительная картина единства, когда люди, положив руки на руку главы общины, приносили обет верности. Для меня это было уникальным, необыкновенным событием. На меня также произвело очень сильное впечатление большое количество людей, совершающих коллективную молитву». Он также сказал: «Члены общины очень сильно любят своего халифа, и ощущается, что их любовь к нему бескорыстная и честная, потому что в ней не видно никакого рода притворства и церемонности. Более того, очевидно, что любовь членов общины к халифу является их естественным чувством». «Да, это действительно так», — говорит Хазур. Затем один человек по имени мистер Роберт из венгерской делегации, находящийся под сильным впечатлением от организации Джалсы в целом, сказал: «Раньше я никогда не видел такого большого собрания мусульман. На эту Джалсу приезжала делегация из Румынии. В ее составе был человек по имени Хусейн Аль-Хафиз из Сирии, который уже давно живет в Румынии и занимается там бизнесом. Он принял участие в Джалсе и спросил нашего миссионера в Румынии: мы сможем увидеть халифа обетованного Мессии только издалека, или сможем увидеть его поближе? Когда он ответил ему, что будет встреча с Хазуром, он не поверил этому, но встреча состоялась, и он был очень рад этому и выразил свою радость. Наш миссионер рассказывает, что с первого дня Джалсы он начал говорить, что он любит халифа времени. И он неоднократно говорил, что если бы для всего исламского мира был один халиф, то все проблемы мусульман были бы решены, потому что только халиф может указать прямой и верный путь. Хазур подтверждает: он то же самое сказал и во время встречи со мной. Затем он задал нашему миссионеру вопрос: как происходит выбор халифа? В ответ он сообщил ему о халифате и рассказал о том, как выбирались праведные халифы и что сейчас это происходит так же. И он сообщил ему, что мы верим, что во время выборов Всевышний Аллах особым образом влияет на людей, делающих выбор, и он собирает их на одном мнении посредством скрытых внушений. Но он не мог понять, что такое скрытое внушение и Божье влияние, а к вечеру он понял это и сказал: «Для меня этот вопрос решен». Это произошло следующим образом. Когда я возвращался после моего выступления в женском шатре для совершения молитвы Зухр, он стоял среди людей, стоящих вдоль дороги, ведущей к мужскому шатру. И он говорит, что он тоже там стоял. И он рассказывает: «Когда я увидел халифа времени, проходящего рядом со мной, моя рука невольно поднялась в воздух, чтобы поприветствовать его. Поскольку это было невольное действие, то таким образом ему раскрылся смысл Божьего влияния и скрытого внушения». И он тоже сказал: «У меня не было привычки приветствовать человека рукой, каким бы ни был большим этот человек. Но то, что произошло теперь, это, несомненно, было Божьим влиянием, потому что произошло невольно». И он сказал мне, говорит Хазур, что ему нужно некоторое время подумать, и затем он, иншаллах, присоединится к общине.
Затем приехало трое гостей из Литвы, студенты университета. Один из студентов поделился своими впечатлениями следующим образом. Эта джалса является очень полезной для мыслящих людей Запада, которые имеют мало знаний об исламе или имеют о нем негативное мнение. Эта джалса может расширить их ограниченное представление об исламе. Вы имеете очень позитивное мнение о других, и на ваших лицах всегда видны улыбка и радость. После этого, как он встретился со мной, и эта встреча произвела на него большое впечатление, затем одна студентка сказала: «Мы находимся под сильным впечатлением от джалсы Салана. Атмосфера джалсы наполнена спокойствием, терпением и терпимостью. И находясь среди вас, мы смогли увидеть истинное лицо ислама. Ваша коллективная молитва представляла собой удивительную картину. Большое впечатление на нее произвело то, что когда я сказал «прекратите разговоры», все сразу замолчали. Затем еще одна студентка сказала: «Мне очень интересно узнать больше о религиях. Для меня очень важно узнать, какое мнение имеют люди о других». Приняв участие в джалсе, я получил возможность узнать об исламе и также увидеть и понять представителей других религий, и особенно узнать и понять себя. Была также одна делегация из Хорватии. В ее составе был один человек, имеющий отношение к сельскому хозяйству, и он является лидером общества по оказанию социальной помощи. В составе этой делегации были также девушки, изучающие в университете право и обучающиеся по специальности связи с общественностью. Во время встречи со мной они задавали мне вопросы, и я отвечал на них. Это продолжалось более получаса. И вопросы касались неприязни и предубеждения средств массовой информации к исламу. Затем они спрашивали о причине отдаленности людей от религии и положении и правах женщин в исламе. Эти студентки открыто сказали: на все вопросы, которые мы задавали главе Ахмадийской общины, он дал прекрасные и подробные ответы. Я помню, говорит Хазур, что я спросил их, удовлетворены ли моими ответами или надо рассказать подробнее. Они сказали: теперь не осталось ничего, относительно чего мы не были бы удовлетворены. А наш друг, который имеет отношение к сельскому хозяйству, сказал: встреча с главой Ахмадийской общины является для меня большой честью. Выступление главы общины и встреча с ним и с мусульманами Ахмади помогли мне узнать, каков его статус в общине. Сначала, когда я приехал, я ощущал страх, но затем этот страх превратился в любовь и уважение. И мы ощутили, что мы видим ислам в другом облике, и наши представления об исламе изменились. Своими впечатлениями поделился также один из гостей, приехавших из Болгарии. Он сказал: «Я приехал сюда в первый раз. Раньше я был противником общины, но после того, как я приехал сюда, увидел атмосферу джалсы и услышал выступление имама общины, мое мнение совершенно изменилось». Затем один из гостей, наш друг из Болгарии, сказал: «Я христианин. Приехал сюда впервые, и я нахожусь под сильным впечатлением от увиденного. Я увидел здесь истинное и прекрасное лицо ислама. И хочется, чтобы в Болгарии объявили том, чтобы как можно большее количество людей приехала сюда на джалсу, и они тоже узнали, какой прекрасной религией является ислам, и о том, как мы можем жить вместе с любовью и толерантностью. Более того, он настаивал на том, чтобы я объявил об этом. Я ответил ему: если вы это сделаете, ваши местные муллы не дадут вам спокойно жить. Он также сказал: во время джалсы мы получили духовную пищу. Мы очень нуждаемся в этой пище в Болгарии. Когда мы получим эту духовную пищу? Он задал этот вопрос мне. Я ответил ему: вы должны говорить об этом своему правительству. Это будет сделано тогда, когда они дадут нам разрешение открыть центр общины и проповедовать там.
Мир очень нуждается в том, чтобы видеть и слышать истину. Но сатана тоже делает свое дело. Нам очень необходимо молиться о том, чтобы Всевышний Аллах удалил все препятствия на наших путях, где бы они ни были, и чтобы люди, которые хотят слышать истинную весть ислама, смогли утолить свою духовную жажду. Один из наших гостей из Косово сказал: «Я являюсь госслужащим и приехал сюда впервые. Вчера я принес обет верности. Я не мог даже себе представить, что джалса салана может быть такой прекрасной. Если бы Германия захотела организовать такую джалсу, то никогда бы не смогла этого сделать. Достоинством только ахмадийской общины является то, что она смогла организовать такую великолепную джалсу, на которой ощущались мир, любовь и толерантность». Затем одна женщина из делегации Боснии сказала: «Я хотела задать вам много вопросов, но, услышав вашу пятничную проповедь, я получила ответы на все свои вопросы, и теперь у меня не осталось никаких вопросов. Я считаю себя счастливой от того, что я стала подчиняющейся халифу времени». Она тоже принесла обет верности. Я сказал ей: «Я произнес эту проповедь в основном для воспитания тех, кто уже давно является мусульманами Ахмади». Она отметила в проповеди острые моменты и начала их перечислять, и сказала: «Сегодня я получила верное и глубокое понимание этих вещей». Вот так Всевышний Аллах раскрывает сердца людей. На их сердца может повлиять любая вещь, и она может стать средством для их улучшения и стать средством для наставления. Состоялась также встреча с немцами и мое выступление на ней. В ней приняли участие 450 человек, 200 немцев и представители других наций. Одним из них был человек по фамилии Вагнер, являющийся политиком. Он сказал: «Я уже третий раз слышал выступление главы общины, но сегодняшнее выступление произвело на меня самое сильное впечатление, потому что это было очень точное, открытое, ясное выступление. Это хорошая попытка для установления мира. Я получил ответы на все свои вопросы. Вот видите, как Всевышний Аллах дарует удовлетворение, и не мусульманам тоже». Он говорит: «Удивительным является то, что такое большое количество людей живет здесь в мире и спокойствии. Ни у кого не было никакого рода проблем. Если бы где-то еще собралось такое количество людей, то кто-нибудь из них обязательно испортил бы эту необычно высокую духовную атмосферу». Затем еще один из уважаемых гостей по имени Карл Хайнс, услышав мое выступление, сказал: «Он сказал такие вещи, которые никогда не мог бы сказать Папа Римский. В средствах массовой информации мусульмане представляются так, что все они являются людьми, любящими насилие, и людей подстрекают против них, в то время как христиане представляются невинными людьми. Сегодня я узнал об истинном и верном учении ислама. Я очень удивлен тем, что так много людей живут цивилизованно в мирной атмосфере и с любовью к друг другу». Затем еще один из гостей, уважаемый господин Хусейн, услышав мое выступление, сказал: «Хотя я не верю многим вещам, но выступление было очень хорошим. Ему понравилось выступление, поскольку он является мусульманином, и ему понравилось повиновение общины, но тем не менее он говорит, что у него есть разногласия с некоторыми вещами». Еще один человек, уважаемый Доминик, сказал: «Благодаря выступлению халифа времени наши знания увеличились. И хотя я знал кое-что об общине, но, услышав выступление халифа, я узнал еще о многих вещах». Затем один из гостей сказал: «Учение ислама о толерантности и равенстве является великим учением, необходимым для нашего времени. И оно соответствует закону Германии. Со мной в университете учится один мусульманин Ахмади, и, увидев его дела, становится понятно, что мусульмане Ахмади отличаются от других мусульман». Затем один немец сказал: «Мне кажется, что я сам написал это выступление халифа, потому что каждое его слово является голосом моего сердца». Mm-hmm.
Висбаден ке шеер ки парламент мосджидон ке санге буниад ке дуран лард мэйр ки нумаянди апна адрес пеш карте хуе каха бахут сари батон ке илава е. Затем в Вестбайне, во время мероприятия по случаю закладки первого камня, основания новой мечети, член парламента, который присутствовал на нем в качестве представителя мэра, в числе других вещей, сказал: «Ваша община играет очень активную и позитивную роль в различных мероприятиях города. Вы опередили всех в установлении хороших отношений с другими людьми, представляющими различные народы. Вы изгоняете из их сердец страх, который возникает в них по причине поведения некоторых мусульман, склонных к насилию. Вы всегда прилагаете усилия для установления мира». Затем представитель правительства провинции Гессен, секретарь по интеграции, в своем выступлении сказал: «Для меня является большой честью, что я принял участие в сегодняшнем мероприятии. И я поздравляю вас с началом строительства этой мечети. Теперь, говорит Хазур, я расскажу о впечатлениях некоторых гостей, присутствующих на церемонии открытия мечети и закладки первого камня в основании мечети. Один участок земли, который мы купили, принадлежал одной вдове, которая владела этим участком земли уже 40 лет, и затем она продала его городу по причине своей старости. Эта женщина тоже присутствовала на этом мероприятии, и когда она услышала мое выступление, она сказала: «Я очень рада тому, что на том месте, которое принадлежало мне, будут поклоняться Богу, и на этой земле будет построен дом Всевышнего Аллаха, и он останется навсегда». И я получила большое успокоение от слов халифа Бетаманова Мессии. Более того, говорит Хазор, я получил комментарий одного пожилого немца, который сказал: «Я скоро умру, и я беспокоился о своем народе, поскольку для народов бывает время, когда они обретают успех, и время, когда они переживают упадок. И я волновался, что если для немцев наступит такое время, тогда над ними одержит верх. Но сегодня, услышав слова главы Ахмадийской общины, я стал убежден в том, что если в Германии возникнет такое положение, Германия, несомненно, окажется под защитой Ахмадийской общины». Один из гостей выразил свое мнение следующим образом: слова халифа были очень дружелюбными и были обращены каждому лично, были прямыми и ясными, и послание халифа дошло до нас. И оно состоит в том, что мы должны любить друг друга, а не ненавидеть. Из-за дел некоторых мусульман ислам делается мишенью для критики, но это абсолютно неправильно. После выступления, когда я зашел в женский шатер, одна из женщин увидела, что когда я раздавал шоколад девочкам, некоторые девочки просили меня молиться за них со слезами на глазах. И эта преподавательница сказала: «Я никогда никого не видела, чтобы он любил кого-то в таком маленьком возрасте. Это произвело на меня очень сильное впечатление». Затем мистер Джоачим Арнольд, который является главой администрации района и комиссаром округа, в своем выступлении, кроме других вещей, также сказал: «Последние 25 лет я являюсь свидетелем того, что Ахмадийская мусульманская община всегда сохраняет толерантность, и она играет очень важную роль в обществе. Ваша мечеть является признаком того, что в вашем районе сохраняется религиозная толерантность, и здесь можно жить, проявляет толерантность по отношению друг к другу». Один из гостей сказал, что он слушал половину моего выступления на урду и половину в переводе на немецкий язык. Причина этого заключается в том, что он хотел слышать голос халифа обетованного Мессии и хотел слышать язык урду. И затем он сказал: «Его выступление было прекрасным. Он приказал членам своей общины, чтобы они работали ради прогресса страны». Таким образом, люди по-разному слышали, поняли и приняли некоторые вещи, и все это по причине того влияния, которое появляется по повелению Всевышнего Аллаха. Никакой человек, и особенно человек, занимающий какую-то должность в общине, не должен считать, что такие хорошие отзывы гостей являются результатом его усилий, потому что усилия прилагались и раньше, но такого результата не было, а теперь Всевышний Аллах пожелал, чтобы были такие результаты, и поэтому с его повеления начал дуть такой ветер, изменяющий поведение людей.
Один член политической партии Германии, уважаемый Мехмед Туран, сказал: «Ваше выступление произвело очень сильное впечатление на всех политиков, и это было явно видно по их лицам. Очень эффективно и мудро он сказал членам своей общины, чтобы они принимали участие в развитии Германии». Затем один из гостей сказал: «Сегодняшнее мероприятие очень удивило меня. Немцы должны учиться у вас, мусульман Ахмади. Так что мусульмане Ахмади, живущие в Европе, тоже не должны испытывать какого-либо рода комплекса. Потому что в наше время Всевышний Аллах возложил ответственность за наставление мира на общину Хазрата обетованного Мессии мир ему. Так что очень важно осознать свои обязанности и приложить усилия для их выполнения. Укрепите свою связь со Всевышним Аллахом, и затем, если Аллаху будет угодно, Он обязательно воздаст вас благами». Один из журналистов поделился своими впечатлениями от участия в мероприятии по случаю открытия мечети Махди в Мюнхене. Он сказал обо мне: «Он передал весть мира, которая произвела очень глубокое влияние на присутствующих в зале. И они сами сказали об этом». Одна женщина сказала: «Когда халиф обетованного Мессии вспомнил мученичество доктора Махди Али в своем выступлении, я не смогла сдержаться и начала плакать. И затем, когда халиф обетованного Мессии мир ему сказал: „Несмотря на эту мученическую смерть, наше чувство служения человечеству нисколько не ослабнет, и мы будем продолжать служить ему“, услышав это, я совсем утратила контроль над своими эмоциями». Затем эта женщина сказала: «Я находилась под сильным впечатлением от выступления главы общины и от его предложения о решении проблем установления мира, которое заключается в том, что все люди этого мира должны любить друг друга, несмотря на религиозную и национальную принадлежность, а не поступать враждебно по отношению друг к другу. Это мероприятие было очень успешным, и на него были приглашены не только члены общины, но также и политики, и соседы, и это произвело на меня сильное впечатление. Так что во время открытия мечети, когда передается весть Ахмадията, открываются новые пути для проповедования, и на это надо обращать особое внимание, потому что ответственность каждого мусульманина Ахмади увеличивается после того, как открывается новая мечеть в его районе. В Германии на третий день джалсы, по милости Всевышнего Аллаха, состоялась церемония международного баята, в которой в числе других принимали участие 83 человека, представляющих 19 народов, и которые имели честь принести обет верности. Теперь я расскажу о впечатлениях некоторых из тех гостей, которые дали обет верности. Один человек из Албании по имени Роин сказал: «Я прочитал в книгах хадисов, он мусульманин, говорит Хазур, что когда придет имам Махди, то обязанностью каждого мусульманина является дать ему обет верности. Так что благодаря участию в церемонии баята, состояние его сердца было удивительным. Он говорит: „Еще одна вещь, которая произвела на меня сильное впечатление, это то, что большое количество людей с доброй природой присоединились к общине посредством снов, и это является доказательством того, что это действительно Божья община, и Всевышний Аллах сам притягивает сердца людей к этой общине“. Затем один из гостей по имени Хайдар рассказал, что он принял Ахмадият благодаря одному своему сну, и он рассказал о нем следующим образом: «Несколько лет назад, когда у меня не было никакой информации об общине, я видел сон, в котором он вместе со своими друзьями слышал голос, провозглашающий азан, после чего они поднялись на гору, чтобы совершить молитву. Во сне ему показалось, что они будут совершать молитву на вершине горы. И когда они поднялись на гору, то они увидели там разных людей с бородами, и они толкаются и бьют друг друга, и в одном месте там был пожар. Все это представляло собой очень страшное зрелище. Увидев это, Хазрат Сахиб сказал своим друзьям: „Пойдемте отсюда, иначе эти люди забьют и нас тоже“. И таким образом они пошли оттуда. Но пройдя немного, они увидели там недалеко оттуда зеленую цветущую долину, которая была окружена большими и красивыми деревьями. И они увидели, что в этой долине стоит большое количество молящихся людей в белых одеждах
стоящих очень организованно, и перед ними стоит один человек, руководящий молитвой. Я спросил у своего друга, кто это люди, и он ответил, эти люди Ахмади. После этого я проснулся. В то время я еще не был знаком с общиной и не имел никаких контактов с мусульманами Ахмади. И этот сон стал причиной моего принятия Ахмадията. Затем один друг из Марокко, уважаемый Абдул-Кадир, рассказывает, «Я познакомился с Ахмадиятом 6 лет назад, но несколько недель назад я искал Ахмадият и зашел в один центр общины и получил больше информации об общине. И я начал приходить туда для совершения молитв и пятничной молитвы. Меня пригласили на джалсу салана в Германии. Я принял в ней участие. И увидев высокодуховную атмосферу джалсы и любовь членов общины к халифу и их повиновение ему, во мне произошло необыкновенное духовное преобразование. И я стал твердо убежден в том, что это община правдивых людей. И после этого я принял решение войти в общину и дал обет верности. Затем один наш друг из Швеции, родом из Ирака, говорит, «Высокодуховная атмосфера джалсы Залана произвела на меня очень сильное впечатление. И она и есть та истинная община, которую я искал, и эта ахмадийская община является ответом на все мои вопросы». Он тоже принес обет верности во время джалсы. Из Бельгии приехал один наш друг по имени Аббас, имеющий происхождение из Ганы. Он рассказывает, «Я видел во сне, что я вижу человека, которого я принял за Бога, и этот Бог смотрит на меня с милосердием. Потом я пришел на одно собрание, на котором проповедовали, и там я увидел портрет Хазрата Абитаванова Месси мир ему, и увидел его, я вспомнил, что это именно тот человек, которого я видел во сне. На протяжении всего этого собрания я смотрел на этот портрет и плакал. И теперь я принимаю участие в джалсе салана в Германии, и я принял решение дать обет верности. Я говорю каждому противнику Ахмадията, что если он хотя бы один раз принял участие в джалсе и увидел высокодуховную атмосферу джалсы, то я твердо убежден, что он прекратит враждебно относиться к Ахмадияту. Затем одна женщина, приехавшая из Бельгии, родом из Марокко, рассказывает, «Я видела во сне, что прибыл имам Махди, и он, подобно свету луны, говорит, «Да будет неспослана вам благая радостная весть». Затем я видела пятого халифа обетованного Мессии, который по-английски сказал, «Не беспокойся». Я не знала, кто этот святой человек. А когда я увидела портрет Хазрата обетованного Мессии мир ему, тогда я поняла, что это и есть тот человек, которого я видела во сне, как имам Махди. Затем, когда я увидела пятого халифа обетованного Мессии, я не могла поверить себе, из моих глаз потекли слезы, потому что это был тот человек, которого я видела во сне. После чего я стала убеждена в том, что эта община является истиной. Затем она принесла обет верности и вошла в лоно общины. Затем один наш друг, приехавший из Франции, говорит, «Я родился в христианской семье, и я не практиковал религию. А когда я по просьбе своих родителей зашел в церковь, то я увидел, что там был поставлен идол Иисуса, и я не понимал, кому я должен поклоняться, Богу или этому идолу. Затем я познакомился с одним ахмадийским другом, который познакомил меня с общиной, он предоставил мне много информации и подарил мне мою книгу обетованного Мессии мир ему философии исламских учений. И затем я принял участие в джалсе Салана. И когда я услышал выступление главы общины, состояние моего сердца изменилось, и принеся обет верности в 3-й день джалсе Салана, я вошел в Ахмадият. Это человек француз по национальности». Глава делегации из Венгрии, уважаемый Садакат Сахиб, через интернет познакомился с одной семьей из Германии, и он пригласил их на джалсу Салана. Сначала они отказались, потому что у них было плохое мнение об исламе. Но когда их успокоили, то они согласились и приехали на джалсу. И они принимали в нем участие в течение всех 3 дней джалсы. Они очень внимательно слушали мою пятничную проповедь, которая произвела на них сильное впечатление. Затем они видели высокодуховную атмосферу коллективной молитвы, которая произвела на них сильное впечатление, потому что они видели это в первый раз в жизни. Затем вечером они встретились со мной, и он сказал мне во время встречи, «Время от времени я встречаюсь с христианскими священниками, но их слова не оказывают на меня никакого влияния. Они входят в одно ухо и выходят из другого». Но слова халифа времени проникали в мое сердце. В тот же самый день ночью этот человек позвонил своему сыну и все подробно рассказал ему и сказал, «Глава Ахмадийской общины уделил нам время,
и общался с нами с большой любовью и добротой, и он подарил нам ручки, и после окончания встречи он сфотографировался со мной, держа меня за руку. Затем в субботу его жена вошла в женский шатер, и на нее произвело очень впечатление то, насколько хорошо там все организовано, и там же она совершила молитву Зухур и Аср, повторяя за женщинами Ахмади их действия. Затем этот человек рассказывает, я встречался с разными миссионерами, которые подробно рассказывали мне об исламе и Ахмадияте. Он рассказал, что в ночь в субботу на воскресенье, находясь в своей гостинице, около 2 часов ночи он услышал мой голос, читающий молитву. После этого он проснулся и встал, но продолжал слышать мой голос, после этого он разбудил свою жену и рассказал ей свой сон. По этой причине, во время церемонии международного баята, в воскресенье, во второй половине дня, он дал обет верности и вошел в волны Ахмадията. Один наш друг приехал из Франции, он мусульманин Ахмади по происхождению араб. Он рассказал один свой сон, который видел за несколько дней до смерти 4-го халифа обетованного Мессии. В этом сне кто-то произнес: «О, душа, обретшая покой, вернись ко владыке своему удовлетворенной и снискавшей довольство его. Войди в среду слуг моих и войди в рай мой». Потом я видел одного молодого человека, о котором было сказано, что это ваш новый халиф. Затем, когда скончался 4-й халиф обетованного Мессии, и состоялись выборы нового халифа, я вспомнил этот свой сон, и когда я увидел фотографии нового халифа, это были вы, и я видел вас во сне. Один новообращенный мусульманин Ахмади, приехавший из Испании, из района Марсия, рассказал, что он работал вместе с еще одним мусульманином Ахмади из Марокко по имени Атаеб Аль-Фарха, и на него произвело большое впечатление состояние его духовности. Он рассказал: «Однажды я видел, что много людей марокканского происхождения издевались над ним. И кто-то спросил меня, неужели ты тоже кадьяни? Они сказали мне, что Атаиб Аль-Фарха является кадьяни. Я спросил у Атаиб Аль-Фарха, что такое кадьянят. И он подробно рассказал мне о вероучении общины. И затем, когда я видел спутниковый канал МТА, я увидел лица людей, представляющих эту общину, я понял, что это лица не лживых людей. Затем я провел расследование и после этого дал обет верности». Далее он рассказывает, что после баята он видел во сне, что он вместе со своей женой приехал ко мне в гости, говорит Хазур. Он рассказывает: «Мы постучали в дверь, и Хазур открыл нам дверь и проявил гостеприимство. И затем мы совершили молитву. Когда он дал обет верности, там, где он находился, он был единственным мусульманином Ахмади, и там еще не было общины. И люди сделали его мишенью для своих насмешек и издевательств. И это продолжалось 4 года. Он написал мне письмо, и я ответил. В ответ я написал ему, чтобы он чаще читал молитву: «О, владыка мой, не оставь меня одиноким, и ты наилучший из наследующих». И чудом этой молитвы является то, что вскоре приняли Ахмадият еще 2 человека, а потом еще 4 человека, и затем еще 1 семья, и по милости Всевышнего Аллаха, сейчас там существует община, состоящая из 11 мусульман Ахмади. Затем один наш друг, приехавший из Италии, рассказывает, что до того, как он стал мусульманином Ахмади, он руководил молитвой, а после того, как он дал обет верности и стал мусульманином Ахмади, люди стали издеваться над ним и подвергать его мучениям. И я сказал ему, чтобы он не беспокоился. Аллах выбрал тебя, чтобы ты руководил молитвой истинно верующих, иншаллах, потому что до того, как ты стал мусульманом Ахмади, ты руководил молитвой людей, которых не являются истинно верующими. Таким образом, беседы со всеми гостями, приехавшими на Джалсу, прошли в очень хорошей атмосфере. И каждый из них вернулся, находясь под сильным впечатлением. Средства массовой информации достаточно много дали информационных сообщений об открытии мечети и о Джалсе Салама. Согласно отчетам, поступающим из Германии, за это время общее количество информационных сообщений об общине составило более 60. В числе этих средств массовой информации, сообщивших об этих мероприятиях, кроме газет, были 4 телевизионных и 4 радиоканала. Согласно отчетам из Германии, посредством электронных и печатных средств массовой информации, весть Ахмадията дошла до 37 миллионов людей. Все это свидетельствует об особой помощи и поддержке нас Всевышним Аллахом. Да, я уже рассказал о событиях, произошедших во время Джалсы,
Время открытия мечети и церемонии закладки первого камня в основании мечети, который показывает милость Аллаха к нам. А теперь я хочу рассказать о некоторых таких вещах, которые обращают наше внимание тому, чтобы мы сделали самоанализ. Если, с одной стороны, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он явил примеры своей помощи и поддержки, то, с другой стороны, мы должны подумать о том, не случилось ли так, что кто-то из нас совершил такой поступок, который сделал его лишенным милости Всевышнего Аллаха. Да, другие люди обычно видят наши достоинства, но мы сами должны видеть также и свои недостатки и слабости. И мы должны приложить усилия, чтобы улучшить свое состояние и исправить свои дела. Это особенно относится к тем должностным лицам, которые входят в Национальный комитет общины, им необходимо проанализировать себя. Там были некоторые вещи, которые требуют нашего внимания, и остались какие-то недостатки, которые следует исправить. После этого глава общины Германии написал мне: «Мы просим вас извинить нас за те недостатки, которые были, но просто написать об этом недостаточно, если они весь год не будут анализировать эти вещи и не исправят их на практике. Без этого эти извинения не принесут никакой пользы. Главное заключается в исправлении недостатков и приложении практических усилий для этого, потому что только извинения не принесут никакой пользы». Одна женщина-журналистка, она приехала, кажется, из Македонии, и спросила меня: «Вы довольны всей организацией джалсы? Каково было ее намерение? Об этом лучше знает Всевышний Аллах». Возможно, этим она хотела обратить мое внимание и указать на некоторые недостатки. Если бы я сказал, что я всем доволен на все 100%, то она могла бы задать следующий вопрос. Я ответил ей следующим образом: «Развивающиеся общины всегда находятся в поиске все лучшего и лучшего. И просто услышав слова похвалы некоторых людей, мы не можем сказать, что мы сделали все, что мы хотели сделать. Мы все сделали прекрасно, и тем самым забыть о своих недостатках. Мы никогда не можем пренебрегать своими слабостями и недостатками». Как бы то ни было, следующего вопроса она уже не задала. Если мы посмотрим на то, как была организована система звука на джалсе, то увидим, что 2-3 раза звук пропадал именно в то время, когда шли программы с моим участием. Как бы то ни было, когда я сказал ей, что вы сами слышали, что 2-3 раза пропадал звук, у нее больше не было вопросов. Может быть, она промолчала из-за того, что я сам указал на наши недостатки. Нет никакого сомнения, что ни в каком деле мы не можем достичь абсолютного совершенства. Но тем не менее, мы должны стремиться к достижению наилучшего результата. А что касается проблем со звуком, то это произошло по причине беззаботности. В то время как только за день до начала джалсы я обратился ко всем волонтерам и предупредил их, что все вы достаточно хорошо подготовлены, и если будет какая-то проблема, то это будет только по причине проявления вами беззаботности. Поэтому не считайте незначительным даже самое малое дело. Но, возможно, организаторы джалсы подумали, что эти указания относятся только к волонтерам, а не к ним. По этой причине возникло много проблем. И теперь, после анализа, стало ясно, что все это произошло по причине проявленной беззаботности и того, что не были предприняты меры предосторожности. И эти проблемы могли привести к какой-то большой аварии. Кто-то вытащил вилку от звуковых колонок, из-за чего пропал звук. Это не какая-то обыкновенная вещь. Более того, сами организаторы джалсы салана должны знать, какая электрическая мощность требуется для обеспечения всей джалсы, и можно поставить дополнительно какие-то электроприборы. Они организовали пункт для подогрева воды для чая. Там же находилась вилка для звуковых колонок и бойлер для нагрева воды, из-за чего сгорел предохранитель, и один раз пропал звук. Я снова и снова обращаю ваше внимание на то, чтобы вы соблюдали меры предосторожности. Я также обращаю ваше внимание на систему обеспечения безопасности. Самым главным местом для охраны является распределительный электрощит, к которому подключены все системы. Скоро состоится джалса салана в Великобритании, и они тоже должны помнить, что там должна быть обеспечена полная безопасность и обеспечена охрана в течение 24 часов. И особенно на тех пунктах распределения электричества, откуда питаются все системы в главном шатре.
А для приготовления чая для волонтеров надо организовать другое место. После этого глава общины Германии сказал, что они поменяют компанию, которая отвечала за обеспечение электричеством Джалсы. Это детская отговорка. Если поменять компанию и при этом продолжать проявлять беззаботность, то результат будет тем же самым. До тех пор, пока проявление полного повиновения в каждом деле не становится привычкой, и до тех пор, пока, услышав мои слова, не стараются действовать в соответствии с ним, будут продолжаться и будут появляться такие ошибки и недостатки. Во время церемонии Баята тоже пропал звук, и организаторы в свое оправдание называют различные причины этого. Хорошо, что я повторял слова Баята. После церемонии Баята стали приходить письма с словами благодарности за это. Люди написали: «Очень хорошо, что вы повторяли слова Баята, потому что, когда вы произносили их в первый раз, мы их не слышали». Разные люди из Пакистана написали: «Обычно, когда происходит церемония Баята, Хазур обычно повторяет слова Баята на английском языке и очень редко на языке урду». Много людей написали об этом. В прошлом году я обратил внимание организатора на джалсы, на проблемы, связанные с пищей. انتظامیہ جرمنی کے ہے ان کو کھانے کے معاملے میں میں پچھلی دفعہ توجہ دلائی تھی اب مجھے پتہ چلا ہے کہ روٹی جو استعمال کی گئی وہاں اس کی بعض دفعہ بعض پیکٹ ایسے جن کی تاریخ ایکسپائر ہوئی تھی اس بارے میں بھی ان کو تحقیق کر کے رپورٹ دینی چاہیے В этот раз было несколько случаев, когда представлялись лепешки с истекшим сроком годности. Эти случаи тоже следует тщательно расследовать и написать мне отчет об этом. Все эти недостатки и слабости, о которых уже стало известно. Во всех этих недостатках и расчетах, как я уже говорил, надо расспросить волонтеров и записать в Красную книгу, чтобы исправить их к следующему году. И не только записать, но и размышлять целый год над тем, как можно их исправить. Только слова не могут исправить эти ошибки, если мы исправим их на практике. Если к этому будет обращено должное внимание, то все можно исправить. Однажды так и случилось в общине Канады. Я обратил их внимание к ошибкам во время джалсы. Они проявили заботу об этом и исправили это на практике. И теперь люди пишут, что джалса в Канаде прекрасно организована. Это произошло потому, что они услышали меня и приложили усилия, чтобы действовать в соответствии с тем, что я им сказал. Если община в Германии будет действовать согласно этому правилу, то, иншаллах, их дела тоже пойдут лучше. Простые волонтеры и члены общины пишут мне об этом, проявляя беспокойство. И теперь, вероятно, они тоже будут писать мне. Но для людей, занимающих должности в Национальном комитете общины, должны выйти из своей башни и слоновой кости. Они не должны считать себя организаторами, а должны служить общине как служители. Они должны работать с такой мыслью. Пусть Всевышний Аллах даст им способность сделать это. И все успехи, которые получает община, они должны связать с милостью Всевышнего Аллаха. Они должны увеличиться в смирении, скромности и благодарности Всевышнему Аллаху. Дай Аллах, чтобы такой дух создался во всех людях, занимающих должность, и чтобы мы все стали принимать больше, чем раньше, милости Всевышнего Аллаха. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر